Пошла видеозапись. Всем здрасте. Я веду сегодня свой репортаж с подземной парковки большого торгового центра. Сегодня я проходил там по коридорам, ну, магазин ходил, и увидел, что там торгуют квартирами в этом торговом центре, ну, этого жилого комплекса, где я живу, Новое Бутово. И там такой милый макетик. На этом макетике в каждом дворе огромные карманы для парковок. Вообще нету детских площадок, одна парковка там, ну, сделана, так макет сделан. Народ смотрит, облизывается. Ну, я подошел, там сказал, что никаких парковок нету. То есть место-то хорошее, в принципе, но парковок нету. Парковок не ждите пока что в ближайшее время. Ну, в общем-то, ролик я хотел не об этом записать, а я хотел записать о нашей полиции ролик. Потому что почти год назад меня штрафовали за инвалидное место в центре Москвы на 5000 рублей. Что я встал как последний негодяй. Я встал на парковочное место священного инвалида. Вот, на Лубянской площади. И нагло там стоял. Пойдет об отличии нашей полиции от Запада. Если наша полиция подходит... А почему я там встал-то? Там не было видно на грязном асфальте знака, что там инвалид. Ну, а знак на столбе я по своей рассеянности, ну, да, не заметил, негодяй. Они подъехали сразу, меня заблокировали сзади. Вот, я там стоял, ждал людей. И сразу потребовали документы. Сразу стали составлять. Но я спросил, зачем вам документы, они мне объяснили, вроде как, на инвалидном месте стоите. И вместо того, чтобы мне как-то сказать, вы что тут стоите-то, вы перепаркуетесь, мы вас предупредили. И никаких проблем, я подчинился бы и перепарковался. Они сразу карают. Вот сущность нашей полиции и государства, сразу покарать без разбора. Посадить, покарать и штрафовать сразу. Вот сразу, чтобы это было кара настигала. Я понимаю, там какие-нибудь шамсуаровы на геликах ездят по газонам и никакие правила не соблюдают. Вот, может, их и надо карать и таранить сразу. Вот это сразу, это не подчинение. Сразу надо вот приступать к карательным действиям. Ну, а я тут стою, ну, не так поставил. Ну, подошли, меня проверили, предупредили, сказали, перепаркуйся. Вот в случае, если я отказываюсь перепарковаться или нагло не перепарковываюсь, тогда меня карайте. Потому что западная полиция... При всех ее минусах и то, что они там стреляют сразу на поражение. Там, извините, 300 миллионов человек живет. И процент этих поражений гораздо меньше, чем на наше население, если переносить. У нас 140 миллионов человек живет. Конечно, там за тем стадом больше надо следить серьезней. И то, я врежу сюда от фрагмента роликов, там разрешено ходить с оружием. Я не вступаю за то, что там надо разрешить ходить с оружием. Ну, даже если он идет с оружием, и по закону ему это разрешено, полицейский с ним по вызову, он, если сигнал поступил, полицейский к нему подъедет, подойдет с ним, поговорит. И в зависимости от законов штата, имеет он право там требовать с него документы или не имеет, он как бы будет или не будет этого делать. Вот. И если как бы нарушитель, в кавычках, не знает, он документы ему покажет. А если он знает свои права, он скажет, я не имею права не показывать вам свои документы. И полицейский его предупредит, что если ты будешь себя плохо вести, пообещай мне, что ты не будешь стрелять. Я проверю твое оружие. Если оно автоматическое, значит нельзя. Значит будем тебя карать, штрафовать, сажать. А если оружие не автоматическое, то его можно носить, оно разрешено. Ну не у нас, конечно, я про Америку сейчас говорю. Будет мне там кто-нибудь напишет, ах ты гад, за Америку там, ах ты топишь там. Просто наша полиция заточена под собирание бабла под любыми предлогами и под грабеж, узаконенный грабеж. А ихняя полиция заточена под то, чтобы блюсти соблюдение порядка и законности. Я врежу сюда, сейчас наговорюсь и врежу, вы посмотрите, как там это, как они себя ведут, полицейские. Потому что положительных примеров, когда они спасают и помогают и предупреждают, там гораздо больше, чем примеров, как нам показывают по телевизору, там застрелили того-то, застрелили другого, они застрелили, ах, они гады полицейские, сразу избили, застрелили. Есть, конечно, такие примеры, но их процент гораздо ниже в соотношении к численности населения. Вот, и это очень удручает. И поэтому с полицией, с нашей, вообще никакого не хочется иметь ни диалога, ни разговора. Вообще к ним не хочется ни обращаться, ни за помощью, ни подходить. Они не для этого, чтобы нам помогать. Они для того, чтобы состричь нас
как бы денег. А для вида они могут подойти и спросить: ох, а у вас что-то случилось? Ну давайте документики. Сейчас мы вам за то, что вы тут стоите, постановление сразу вкатим. В общем, это у нас неправильно. Я же не буду тут обсуждать глобальные вопросы мировых там масонов, и как они влияют, и кого они ставят в странах там под управление, и какая колония сырьевая, какая страна бензоколонка, а наша или не наша. Я просто вот на обывательском уровне рассуждаю про полицию. Какой бы мне хотелось, чтобы она была. Если нарушитель несется там, едет, нарушает, его, конечно, надо остановить, там, протаранить как-нибудь там, как это делают америкосы. И это эффективно. А если человек просто там стоит не там, ну подойди, предупреди, объясни ему и скажи, что перепарковался или там исправился. Особенно в плане вот в моем случае. В Канаде, конечно, я слышал от знакомых, перейдешь дорогу в неположенном месте, тебя там ихний канадский ОМОНовец заломит руки за спину и положит тебя мордой в асфальт. Вот такое будет нарушение, еще и штраф тебе там напишет. И потом выяснять будет, кто ты, что ты, ты куда летишь. И вообще, как ты там оказался. У нас не стреляют на поражение, у нас не сбивают. У нас сразу готовь бабло. По поводу и без. Вот это мне и не нравится. В общем, кому понравилось, подписывайтесь, ставьте лайки. А, нормально, а у тебя? У меня тоже, у вас? И у меня тоже. Как тебя зовут? А вы меня задерживаете? Нет, просто хочу кое-что спросить, если ты не против. Я погляжу, ты за открытое ношение оружия. Да. Ладно, можно я спрошу, есть ли у тебя разрешение на оружие? Ты достаточно взрослый для таких игрушек. Ваш тон меня смущает, но признаюсь, я совершеннолетний. Хорошо, если бы ты показал паспорт, я бы тебе поверил. У меня с собой нет паспорта, так что... Ладно, значит, ты за открытое ношение оружия. Привет. Здрасте. Но мы должны удостовериться, что ты совершеннолетний. Я пока не уверен. Я понимаю, но решение суда по делу Терри против штата Огайо гласит, чтобы требовать паспорт, у вас должно быть обоснованное подозрение насчет меня. Но знаешь, я, конечно, понимаю и уважаю это. Я не хочу трепать нервы ни тебе, ни себе. Да, я прекрасно вижу. Ладно, можно я выйду? Отойди от машины. Хорошо? Мы, наверное, встречались недавно. Я не совсем уверен, возможно, это был ты. Нет, не я, я вас не помню. Не помнишь? Нет. Хотя я рад, что я не один отстаиваю свои права. Да, знаешь, я бы не сказал, что таких много, но... В общем, я скажу так. Мне бы убедиться, что ты достаточно взрослый, чтобы носить оружие, и все. Мне все ясно, только не могу помочь. У меня с собой нет паспорта. Даже если бы был, я бы вам его не показал. Ты нам говоришь о совершеннолетии, но доказать не можешь. Не могу. Не обязан. Тогда как мы узнаем, сколько тебе лет? Ну, не знаю, подумайте, похож ли я на 15-летнего подростка. Возможно. Ну, на 15-летнего, допустим, не похож, но и на 21 тоже не тянешь. Чтобы открыто носить пистолет, 21 и не требуется. В Мичигане я могу купить себе пистолет уже в 18 лет, так что... И мне даже не нужно разрешение, чтобы носить в открытую. Да, я согласен, разрешение не требуется, здесь я согласен. И что теперь? Ну, теперь, как я уже сказал, ты ставишь меня в затруднительное положение. Да, знаю. Я понимаю тебя и не хочу трепать нервы. Это ясно. Давайте подойдем к этому с другой стороны. Например, ты очень облегчишь мне жизнь, если просто покажешь дату рождения в паспорте. Да, я понял, хорошо, давайте так. Мне 21 год, и скоро я получу разрешение на скрытое ношение оружия. Вам придется поверить мне на слово. Это ни о чем не говорит. Это пустые слова, я уже объяснил тебе. Давай по-честному. Всякий раз, когда мне попадаются такие, как ты, а их уже было порядка 6 человек, понимаешь? Так... Каждый из них, без исключения, в конце концов, всегда. Смотри, ты выступаешь за открытое ношение оружия. Я уважаю твой выбор, у тебя есть право. Но все твои собратья, с которыми я общался до тебя, хотя бы называли свои имена, чтобы я мог... Ну или показывали паспорт, чтобы я мог удостовериться в их возрасте. После чего они были свободны. Я их даже по базе не пробивал.
А когда мне снова звонили и жаловались на вооруженных ребят, которые разгуливают по улице, ну, вы же продолжаете тут крутиться после нашего отъезда, правильно? Так вот, люди снова звонят, уже другие люди. Тогда мы говорим, что этих ребят мы проверили, они угрозы не представляют. Так и есть. Логично, да? Да, я согласен, только я принципиальный. Понятно, что у меня было бы меньше хлопот сейчас, да и вам было бы проще, но я принципиальный. В этом нет ничего плохого, только... Ты добился своего, мы же не отбираем твой пистолет. Только я не вижу, я не понимаю, почему ты не хочешь пойти нам навстречу, мы же не скручиваем тебе руки. Да, вторую поправку вы соблюдаете, но согласно четвертой поправке, я не обязан показывать вам паспорт. Че он тут лопочет? Проповедует вторую поправку? Типа того. Разгуливая так по улице, ты похож на чокнутого. Я считаю, таких как ты нужно изолировать от общества. Ты пугаешь местных детей и их родителей. На их месте я бы тоже позвонил в полицию. Спасибо за ваше мнение. Спасибо, отойдите в сторонку. Ты найдешь приключения на жопу, я тебе обещаю. Спасибо. Так вот, еще раз. Назови хотя бы имя, даже без фамилии. Допустим, Джеймс. Хорошо, спасибо. Как я уже сказал, знаешь... Ты ставишь меня в затруднительное положение. Я знаю. Это даже безвыходное положение. Вы тоже не оставляете мне выбора. Сейчас я медленно достану кое-что из кармана, можно? Давай, пожалуйста. Прочитайте вот здесь. Ну не валяй, дурака, я знаю четвертую поправку наизусть, а забери. Хорошо, тогда я пошел дальше. И... Должен признать, вы были со мной вежливы и очень профессиональны, но я... Я правда должен идти, потому что наш разговор похож на незаконное задержание. Разве дело Терри против штата Огайо имеет какое-то отношение к предъявлению паспорта? Да, это дело о полицейском гоп-стопе. Ха-ха, мы не промышляем гоп-стопом. Было бы опрометчиво шарить по карманам вооруженного парня. А вы правы, но к этому также относится и предъявление паспорта, не только обыск. Нет, в деле ничего не было о предъявлении паспорта. Было. Это как если бы вы меня обыскивали с целью изъять мой паспорт. Мы не обыскиваем тебя. Я не собираюсь шарить по твоим карманам. Ну, спасибо. Спасибо. Ладно. Джеймс, знаешь что? Я правда хотел бы знать, как тебя зовут, и все. Хотя бы узнать твой возраст. Это все, о чем я прошу. Никаких последствий. Мне 21. Если бы ты показал паспорт, то шел бы уже далеко вон там. Знаю, знаю, уверен, было бы именно так. Слушай, покажи мне хотя бы дату рождения. Фамилию можешь прикрыть пальцем. У меня нет с собой паспорта, ничем не могу помочь. Ладно. Тогда вот что. Пообещай мне, что не будешь размахивать пистолетом. Я не буду направлять его на людей и вообще к нему прикасаться. Очевидно, ты знаешь много законов об оружии. Ты дал мне слово, что не будешь размахивать пистолетом, либо создавать иные угрозы для прохожих. Все верно. На том и разойдемся, спасибо. Спасибо вам, всего хорошего. Вы пугаете людей, держите руки подальше от пистолета, хорошо? Ладно. Вы полицейский? Нет. Нет. А есть разрешение? Есть. Пистолет заряжен? Нет. Я сейчас проверю, хорошо? Для безопасности окружающих. Есть еще что-нибудь? Это настоящий или воздушка? Настоящий или воздушка? Настоящий. Хорошо. Зачем носишь с собой? Имею право. Ладно, да, имеешь право. Ты имеешь такое право. Что за модель? Как поставить затвор на задержку? Прямо там, рядом с предохранителем. Это? Да, потяните вниз. Так, и затвор не соскочит? Что это за модель? Смит & Вессон, калибра 10 мм. Это я сейчас возьму. Мы поговорим, и я верну, хорошо? Право есть право. Но, как понимаешь, я не знаю, кто ты такой. Ты морпех? Был когда-то. Я тоже, в отставке. Прослужил 22 года. Ребята, все в порядке, помощь не нужна. Кстати, у тебя есть паспорт? Оставил дома. Ладно, братишка, расслабься, как тебя зовут? Я лишь спросил, как тебя зовут. Я Мэтт, меня зовут Мэтью, а тебя?
Допустим, Джереми. Приятно познакомиться, Джереми. Забирай пистолет. Не вытаскивай, пока мы говорим. Ничего не обещаю. А, ну ладно. Ты снимаешь меня, да? Да. Пытаешься что-нибудь доказать? Нет, это для моей безопасности. Да ладно, братишка, все хорошо, я тоже морпех, все будет нормально. Вот скажи мне, будь ты на моем месте, что бы ты сделал? То же, что и я, верно? Ты спокоен, не нарушаешь закон, а есть у тебя какое-нибудь удостоверение личности? Совсем ничего. Нет. Ладно, запишу хотя бы твое имя, больше нет оружия. Я не обязан отвечать на вопросы. Что ж, а я обязан выяснить, кто ты. Тебе не обязательно показывать паспорт. Скажи на словах, можешь? Я не обязан. То есть не скажешь? Нет, Конституция не обязывает меня. Как твоя фамилия, Джереми? Я не скажу фамилию. Ладно, ты же не зарядишь пистолет после того, как я уеду отсюда. Нет. Ладно, получится хороший ролик для Ютуба. Что, новый вызов? Это не для Ютуба. Мне все равно, иногда люди выкладывают на Ютуб. Вообще, ты прав, я должен соблюдать вторую поправку. Сними-ка меня хорошо, чтобы лицо было видно, потому что я хочу кое-что сказать. Я за вторую поправку. Поверь, после 22 лет службы в морской пехоте, я за вторую поправку. Но дело в том, что вокруг бывают пьяные или просто чокнутые с оружием, и никто не знает, что у них в голове. Джереми, спасибо за сотрудничество. И запомни, меня зовут офицер Лайонс из отделения полиции на Оушенсайд, номер моего значка 1093. Храни Господь Америку. До скорого, Джереми. Мерседес 3/5 Ура 77 долбанул Nissan Qashqai задом и так оставил стоять. Наверное, очень блатной Мерседес такой, блатной просто.